Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует компания Руфер. Меня зовут Рыбаков Павел. 3 года назад я долго искал кровельную школу, где можно получить именно профессиональные знания по кровельному мастерству. Долго искал эту школу, не мог ее найти, кроме одного места. Это в городе Санкт-Петербург, в Национальном кровельном союзе. Вот спустя 3 года я позвонил своему преподавателю, и он согласился рассказать про учебный центр. Еще хотим в целом рассказать, чем занимается Национальный кровельный союз. И еще хотим рассказать про ручной инструмент. Про Национальный кровельный союз нам будет рассказывать Елена Пахутко, исполнительный директор Национального кровельного союза. Елена, расскажите, пожалуйста, что такое кровельный союз, Национальный кровельный союз и кто туда входит? НКС, Национальный кровельный союз, это очень своеобразная организация. Вот за последние 20 лет появились либо ассоциации производителей материалов, либо всем известный СРО, куда входят подрядные организации, подрядчики, которые государством в добровольно-принудительном порядке собрало в эти СРО. Вот НКС, он объединяет и производителей материалов, и довольно крупных, от самых небольших, почти семейных, до крупных наших лидеров отрасли, так и строителей, производителей работ. Строители в процессе, грубо говоря, в процессе работы, да, если они видят, что какой-то информации не хватает, то они могут что-то добавлять свое, да, какие-то, Ну, вплоть до того, что выходить напрямую на производителя и, да, говорить, что вот это вот в вашей инструкции не так, неправильно, так мы не делаем, делать чуть лучше так. То есть прямая связь, безусловно, есть. Вот недавно объединились производители мембран полимерных в свою подгруппу, свою отраслевую группу. Полимерная мембрана – это что такое? Полимерная мембрана для плоских крыш. А, для плоских крыш. Рулонные полимерные. То есть эти ребята... Они объединились в составе союза, они и так неплохо решали свои вопросы, но вот теперь они как бы совсем в свою такую конгломерат собрались и будут решать конкретные свои вопросы, которые, может быть, не интересуют совершенно других членов. Я вот недавно заходил к вам на сайт и подчеркнул для себя такую информацию, то, что Национальный кровельный союз занимается, там вот было первый пункт, это, по-моему, консультация,
Второе – это технадзор. И третье – это экспертиза. Можете рассказать по каждому из этих пунктов, что такое? Очень много было обращений по текущим крышам, ну так назовем. Это как раз и есть экспертиза. Если на вашей крыше какие-то проблемы, она течет, она работает неправильно и так далее, можно обратиться в экспертное бюро НКС и получить экспертизу, а что с крышей не так. Техническая консультация. В основном это проводится для частных заказчиков, для частников, которые покупают достаточно дорогой материал, но с трудом представляют, кто это может сделать и как это должно быть сделано, и как он должен принять работы, чтобы не было вот тех самых проблем с дальнейшим с крышей. Это тоже можно заказать в экспертное бюро НКС. То есть любой человек, который строит себе дом, да, делает себе крышу, может позвонить в Национальный кровельный союз, вызвать эксперта, либо ну, уже проверить финишное покрытие, как там качественно сделано или нет, либо вызвать эксперта, который будет в процессе лучше монтажа. В процессе монтажа это и есть технический надзор. Mm-hmm. То есть если с самого начала, чтобы не было проблем потом не заказывать дорогую экспертизу, уже на текущую крышу ее еще потом надо будет переделать. Может быть, лучше заказать технический надзор и идти с самого начала с тем самым грамотным человеком, который будет проверять какую-то там нанятую бригаду, которая непонятно, как это будет делать. И это помесячная оплата, но тем не менее практически можно гарантировать результат в этом случае. С технадзором от экспертного бюро НКС. Ну там не только же финишное покрытие, но и как уложили утеплитель, как приклеили там пленку, вентиляцию там кровли сделано. Вплоть до того, что может быть эксперт увидит проблему еще на этапе проекта. Угу. Елена, а вот тогда такой у меня вопрос. Если, грубо говоря, человек живет не в Санкт-Петербурге, а живет где-нибудь в Владивостоке там, или живет в Москве, да, возможно ли вот проконсультировать его или провести технадзор, да, или проверить уже финишное покрытие в другом городе, не только в Санкт-Петербурге, но прям вот. Легко. Региональное покрытие экспертного бюро очень широкое. У нас были экспертизы и в Сочи, и в Челябинске, и в Курске. То есть экспертов за вот многие годы уже набралось достаточно большое количество по регионам с разным уклоном, скажем так. По черепице, и по металлу, по всяким. Ну а время, допустим, если в какой-то дальней точке, это быстро довольно? Если дальняя точка, ну тогда, конечно, командировку придется отправлять человека с ближайшего, либо из Москвы, либо с ближайшего региона. Как вообще в России сейчас развивается отрасль кровельная? Есть ли у него вообще тенденция развития и какое участие принимает в этом Национальный кровельный союз? Ну, я начну так, издалека. Вот как в 2006 году, когда создавался кровельный союз, были выделены три главных проблемы кровельной отрасли в России по квалифицированным кадрам. Ну, вы уже сами начали с того, что учебный центр нам все-таки удалось создать, по крайней мере, на это время, пока это действительно единственное такое достаточно обширные знания может вот учебный центр НКС давать, пусть не двухгодичные, как в Германии, но, по крайней мере, мы можем обучать кровельщиков достаточно многим секторам. Что касается нормотворчества, есть рабочая группа НКС, которая занимается стандартами организации, которые описывают пока слои, потом будут у нас системы крыш. То есть достаточно такая очень развитая и разветвленная сеть стандартов по крыше, вот по всему пирогу крыши. Мы участвовали достаточно активно в актуализации СП-кровли, и также есть написан совместно с организацией такой НОСТРОЙ стандарт крыши и кровли, в которых тоже достаточно подробно описано, как делать крышу. Крыша с дырами у
сухо и тепло. Всем комфортно, хорошо. Будет рада Дед Мороз, крыша новая, ура! Лена, расскажите, так как вы Национальный кровельный союз, наверняка проходят какие-то кровельные соревнования, как вообще людям об этом узнать и много ли этих соревнований проходит? Всяких чемпионаты, может быть, какие-то мира по кровельному мастерству, чемпионаты России по кровельному мастерству? Ну, в былые времена у нас были очень, очень регулярные чемпионаты России. Ну, вот с кризисом стало трудно собирать спонсоров на эти мероприятия. Однако ж, чемпионат России, когда мы собирали там много-много команд в одном месте в Москве, и они между собой соревновались, мы заменили кровельным марафоном со своими членами и партнерами. Мы проводили такое соревнование в нескольких городах, как правило, это на учебных центрах, в учебных центрах наших партнеров, наших членов, где собирались по регионам. С региона собирались несколько команд и между собой они там соревновались. Марафон назывался, потому что в один день во многих городах. Кроме того, каждые два года мы ездим на, как правило, мы собираем одну, две, три команды и ездим на чемпионат мира. Да, есть такой чемпионат мира молодых кровельщиков, который проводит Международная кровельная федерация, куда мы входим как член, полноправный член этой федерации, IDF называется. Вот в этом году чемпионат молодого кровельщика, чемпионат мира, будет проходить в Варшаве в октябре месяце. И сейчас вот решаем вопрос, кто туда поедет. А чемпионаты, они проводятся по каким-то видам крови или вообще там по плоским кровлям? Да, кровью? У них три номинации. Это черепица, плоская кровля и то есть металл. Не натуральная черепица? Цементно-песчаная, может быть. Причем там соревнования идут три дня, один день может быть цементно-песчаная, второй природная, третий мягкая. А вот эти марафоны, которые проводятся, ну, вы сказали, в текущее да, время, они каждый как промежуток времени, год, в течение двух лет, там, трех лет? Мы проводим три года это, и это как раз совпадает с Днем кровельщика, который тоже НКС явился как бы инициатором этого Дня кровельщика, этого праздника. Третья суббота мая, День кровельщика. Накануне в пятницу мы проводим марафон. Правда, этот год, может быть, как раз потому, что 10 лет, а может быть, просто потому, что люди стали задумываться о полезности вообще всего этого. Мы провели марафон, кровельный марафон, его называли «Кровельный марафон добра». И в шести городах компании-члены проводили бесплатную реконструкцию крыш на детских домах, на доме малютки, на краеведческом музее. И делали это совершенно бесплатно. Наши члены-производители предоставили материал. И вот кровельный марафон этого года было не соревнование, как таковое, а благотворительное. Да, благотворительное. Спасибо вам большое, то, что вы нас пригласили. Вот, надеемся на то, что мы с вами в дальнейшем будем сотрудничать и будете нас приглашать, может быть, уже, чтобы все вот эти мероприятия, про которые мы говорили, уже оповещать и доносить для людей, что у нас кровля, она на самом деле в России имеет какие-то перспективы. Я буду рада и вас увидеть и на наших конференциях, и на конгрессах, и в других мероприятиях. Всегда пожалуйста. Спасибо.